Всем привет, меня зовут Александр, мы с вами продолжаем играть в Ark Survival Evolved и выживать на карте Хоп с модификациями Piri Additional Creatures. И как помните, в прошлом выпуске мы с вами приручили Брут Виверну. Соответственно, Брут Виверну девочку. Также за кадром я приручил одного самца невысокоуровневого и еще одну самочку тоже очень низкую, для того, чтобы они нам давали оплодотворенные яйца. А яйца нам нужны были для того, чтобы приручать ледяных василисков и инфернальных василисков. Так что у меня сейчас есть два оплодотворенных яйца, одно высокоуровневое, так скажем, второе чуть-чуть пониже уровнем. У них скрещивание происходит где-то раз в 3,5 часа, так что я надеюсь, что этих яиц нам хватит, потому что если их не хватит, взять еще откуда-то яйца нам, ну, просто будет неоткуда, на самом деле, новые яйца взять. Давайте посмотрим, что у нас у Грифона происходит. Скорость передвижения тебе прокачивать нельзя, я хотел тебе прокачать выносливость. Больше мне ничего, кроме яиц, сейчас не нужно. У меня есть все с собой, все нужное. Я предлагаю отправляться сейчас в пустыню, потому что в пустыне довольно-таки много инфернальных. Я надеюсь, никого за собой не присвистел. Нет, надеюсь, что все окей. Так вот, в пустыне довольно-таки большое количество инфернальных василисков. Я думаю, что сегодня сейчас попытаемся какого-нибудь из них приручить. Не очень высокоуровневого, потому что если это будет 600 или 500 и плюс, возможно, что одного яйца на его приручение или двоих яиц не хватит. Я бы хотел с одного яйца приручить. Кстати, по поводу вебки. Большинство из вас проголосовало, чтобы ее оставить. Прям, ну, подавляющее большинство. Поэтому будем теперь снимать с вебкой. Может быть, даже в другие выпуски ее и добавим. Секундочку. Вот это интересно. Там, как видите, у нас сражаются паладины. И кроме паладинов там... Я так не вижу. Изученная инграмма. Создайте темные... Чего? Создать темного манна рипера? Что? Что? Как-то так? Как-то она так выучилась из-за того, что я на него посмотрел через подзорную трубу или что? Или из-за того, что его рядом убили просто со мной? Возможно, его просто рядышком убили, и мне это засчиталось как мое убийство. Не знаю, давайте посмотрим по инграммам. Сейчас глянем, что там за манна рипер. Так, по-английски рипер. Create Dark Manna Reaper. Что нам нужно? Пыль темных жемчужин, темная манна, голова темного рипера, дальше его чешуя 600 штук, и я так понимаю, что Tail Spike — это шипы с хвоста 10 штук. Как их добыть, я пока что не знаю. Скорее всего, нужно брать кого-нибудь сильного, попытаться их завалить. Я не думаю, что мы сможем на Грифоне это сделать. Давайте хотя бы Карнотаврика. Это же Карна там ходит? Нет, это не Карна, это Ортос. Ортрос, точнее, да, у нас очень слабая атака, 700 с небольшим нам нанесли, так что на Грифоне пытаться атаковать не будем. А я все-таки хотел попытаться найти Василиска. А почему взял Грифона? Потому что Грифон довольно-таки быстро летает. И если что, мы можем на нем, ну, просто-напросто зависнуть в воздухе. Опять же, просто немножко на нем покататься, глядишь, немного его с вами прокачаем. Оу, привет. Гляв, самочка, 580-я. Как помните, я говорил, что хочу себе приручить Голиафа. У меня сейчас с собой нету абсолютно этих самых дротиков. Я все выложил в холодильник, чтобы не портились. Я все-таки... Нет, к ней мы вернемся. Пускай она здесь ходит. Голиафы довольно-таки сильные. На них можно кататься, все дела. Но я хочу все-таки сейчас приручить себе Василиска. Так что попытаемся найти именно его. Ну что ж, долго его искать не пришлось. Причем прикольный такой красно-черный, а? Секундочку, инфернальный василиск, пацан, 520 уровень, 50 тысяч здоровья, слушайте, это прям неплохо. Но, естественно, оглушения у него никакого нету. Но нам нужно, чтобы он перестал на всех вокруг агриться, потому что когда он загренный, он не будет кушать яйца. Давайте скинем ему яйцо. Так, это у нас, если не ошибаюсь, как раз было высокоуровневое, да? Да, высокоуровневое. Вот это низкое. Ну-ка, иди сюда, дружище. Мне интересно, вот он... Он будет действовать точно так же, как и обычный василиск. То есть он просто подойдет и съест его или что? Потому что вот эти инфернальные василиски, они чертовски агрессивные. И они агрятся на все, что только движется. Вообще на все, абсолютно. Поэтому дождаться того момента, когда он в неагрессивном состоянии, чтобы он слопал это яйцо, практически на самом деле невозможно. Не знаю, как это будет сейчас происходить. Может быть, полетим за ледяными василисками. Но там в принципе, то же самое, абсолютно. Там все, в принципе, то же самое. Давайте скинем оба яйца нафиг на Грифона и полетели. Нам самое главное — это как можно выше взлететь, чтобы он потерял нас из цели. Пускай лопает оба Грифона. Мне кажется, там какой-то битый пиксель в небе, нет? Вы видите вот там? Или мне так кажется? Да, вон что-то появляется, представляешь? Ладно, нужно будет туда слетать обязательно. Я не знаю, он там что, кушает, не кушает? Смотри, он просто сидит внизу. Я скинул два яйца. Надеюсь, что хватит для приручения. Сейчас посмотрим. Кстати, мы можем приручение проверять через вот эту подзорную трубу. Правда, мы чересчур далеко и абсолютно его не видим. Или я просто не могу найти точку, через которую на него можно посмотреть. Во, все, я его вижу. Секундочку. А, подожди, он приручен. Все, он приручен. Зеленая надпись. Отлично, он приручился с одного яйца. Господи. Так, и съел, естественно, он съел низкоуровневое яйцо. Даже не высокоуровневое, то есть не это топовое. Так, что мне делать с Грифоном? Грифон,
Вот тебе яйцо, и давай-ка ты гуляй отсюда. Так, сейчас я быстренько отсюда телепортирую. Хотя нет, секунду, уж коли ты тут, подожди. Телепортировать я тебя отсюда успею. Что это там за ерунда такая в небе? Что это за битый пиксель? Полетели, посмотрим. Нет, это просто какой-то заглюк графики. Я долетел до верхушки, и только тогда он исчез. А когда мы были внизу, он... Сейчас повернемся наверх. Он опять появляется. Но сейчас он уже не появится, потому что тучи появились, облака. И за них сейчас ни черта не будет видно. Ладно, бог с этой штукой, на самом деле. Грифона закинул домой, пить хочу. Так, Василиск, поехали с тобой к воде. А, мне нужно на тебя седло. Мне нужно на тебя седло. А как мне его сделать на тебя? Секундочку, Василиск. Обрезать перин, Василиск, седл. Дреллион гем, мана, волокно, кожа, слиток металла. Делается в Alchemy Station. Цементная паста, черный жемчуг. Хорошо, ты, в общем... Да будь здесь, с тобой на тебя никто не нападет. Сейчас я сюда прилечу. Давайте телепортимся домой, там и попьем с одной стороны. А с другой стороны на него сейчас седло закрафтим. Ну что ж, седло сделано. Кстати, смотрите, на экране появился сразу прицел, когда на него залезаю. Ну-ка... Так, слушай, а что у тебя получилось по статистикам? Давай посмотрим. 39 тысяч здоровья хорошо качается, 44 на 5 тысяч нормально. Урон, ну, урон сейчас нужно сначала проверить. Да, хватит радоваться. И по идее, ну да, прицел нам нужен для того, чтобы целиться, куда мы выстрелим его вот этими шипами. А летят они по такой дуге, понятно, ясно. То есть тут еще им целиться довольно-таки сложно. Ну вот, например, там смотри. Могу туда выстрелить? По 292 урона. И дальше начинается горение. А мне он наносил гораздо больше, на самом деле, урона. Листрозаврика забили, но это так ерунда. А, ну, в принципе, кентаврик. Кентаврик. Вау. Нет, 976 урона на самом деле. Это просто, видимо, я очень далеко от листрозаврика попал. Нужно попадать четко. Нужно попадать прямо-прямо в него. Покуха. А если прямо под себя? 1500 урона. Да ладно, полтора. Да ты сейчас шутишь. Вот это да. Вот это очень неплохо. Ну, естественно, меня самого не цепляют взрывы. Так, давай-ка загрызем. Что у нас с тобой еще есть? На клавише C. На клавише C то ли рых, то ли что-то типа того. Ну-ка. Зараза такая. Вау! Слушай, а он действительно сильный. Он действительно очень сильный. 200, когда вплотную. Вот это да. Так, секундочку. Но мне прям теперь очень интересно, если мы его сейчас прокачаем. Ну-ка. Блин, шикарнейший урон. Вот это зверюга, а. Вот именно поэтому я хотел приручить себе именно инфернального Василиска, а не ледяного. Потому что ледяной, но он замораживает. И что, там не наносит такой дикий урон его вот эти выстрелы? Они вполне стандартные. А тут это просто запредельный урон. Урон сравнимый вот с тем драконом, который у нас был. Только драконом довольно-таки сложно попадать. Василиском же вот тут, ну как сказать, буквально за 2 минуты я уже приноровился. И Садату Жуку 5 косарей. Оу! А, там Аксалая, или как там ее правильно? Ну-ка, секундочку. Да, Аксалая какого? 220-го. Луканидея, это, если не ошибаюсь, жук, да? Да, это жук, который нам, в принципе, сейчас не нужен. Ну, можно будет его как-нибудь в будущем приручить, но не сейчас. Оу, да ты у меня еще и летать умеешь. Вау, по 8000, ну просто дичь. Слушайте, это просто дичь. При помощи него можно... Что это такое? А ты что такое? Секунду. Это какой-то Шмергазаберг. Ну, нет, такое давно здесь существует. Я видел в списке существ его довольно-таки давно. Вот только вживую я ни разу не встречал. При помощи этого существа очень хорошо собирать первосорточку, ну и все, что связано с мясом. Чё, секунду, а сколько у тебя сейчас оглушений? Не надо! Живой, окей. Станабоу, привет. Станабоу, пока. Секунду, я просто хотел посмотреть, сколько у него оглушения. Могу ли я оглушить вот эту особь небольшую? 14 тысяч, и осталось 300 здоровья, она там с Сентом пытается сражаться. А мы пока будем ее пытаться оглушить, она у нас 10 раз уже умрет. Да, господи, что вам от меня надо, а? Пошли-ка нафиг. Ну-ка, пошли-ка нафиг все. Так, ладно, давайте посмотрим, что у нас еще может делать наш Василиск. На клавише C у нас, ну, просто рык или что-то типа того. На клавише X, что это такое сейчас было? Удар хвостом? Да, удар хвостом. Ну-ка, а собирать мы что-нибудь при помощи него можем? Можем собирать дерево. В принципе, неплохо. Давайте посмотрим, насколько хорошо плавает. И тем более, здесь в воде водятся элитные те самые, как не элитные, а, ну, что-то типа каркиносов-боссов. Поэтому можно попытаться еще под водой пострелять. Нет, под водой не стреляет. Ну, плавает более-менее, но под водой Василиск не стреляет. Это, конечно, очень плохо. Так, здесь всякая мелочь. Кстати, подожди, всякая мелочь. Давай-ка мы с тобой прокачаем немножечко урон.
Да даже, может, не немножечко, а так серьезно прокачаем тебе урон. Можно прокачивать скорость передвижения, но я просто не вижу в этом никакого смысла, потому что ездит он довольно-таки быстро. Мы с вами уже практически полностью забили себе инвентарь, обалдеть, всякой ерундой. Буквально 10 минут покатались, а Хилбатора 600 возрубили. Вон Каркинос, я его хочу зарубить. Просто с него мы сейчас получим довольно-таки большое количество опыта, если он сюда на сушу к нам вылезет. Надеюсь, что вылезет. Да что там такое, меня атакует-то сзади. Что-то пытается бить. Ладно, ерунда. Давай, ползи сюда, Каркинос, ползи. 2800. Я надеялся, что, честно говоря, побольше будем урона наносить. Ну же, давай, там всего 8000 здоровья осталось. Забил. Но, если не ошибаюсь, мы сейчас с него ничего не получим. Кроме опыта, ничего с него больше уже не получим. Там ничего нет. О, зато органического полимера сколько. Но на самом деле, мне кажется, самый кайф при помощи вот этого Василиска — это валить деревья. Трентов по 11 тысяч урона. Подожди, я сейчас не попал. Подожди. 16 тысяч урона. Обалдеть. Мы сейчас таким образом сможем зафармить их здесь всех абсолютно. А с них, как помните, мы собираем черный жемчуг. Что там еще собираем? Секунду, что тут началось? Ну-ка, разошлись. Пойдем, вон, еще один энд. Сейчас мы тебя быстренько прокачаем. Сейчас мы его буквально за 5 минут прокачаем до самого максимума. Сейчас у нас будет топовый. На, держи. 16 тысяч. Вау! Просто улетел сходу. Меганевры туда же. Меганевры полетели его грызть. Это нехорошо. Ну-ка, давай. Почему я сейчас не попал? То есть почему урона не было? Какое-то дерево, что ли, вдарилось? Вот это странно, честно говоря. Всего 3000 урона. Ну-ка, еще раз. Давай-ка попытаемся под ноги куда-нибудь. Во, вот это хорошо вышло. Первосорточка. И с него, если не ошибаюсь, да, с него очень много черного жемчуга собирается. Также дерево солома, это нам не очень нужно. А вот черный жемчуг, это прикольно. Это же что такое? Секунду. Дивайн алазавры. Божественные. Они рядом с паладинами теперь ходят? Это что? Их вообще приручить можно? 80-й алазавр дивайн и 100-й дивайн алазавр. Слушай, мне прям интересно, их можно приручить или нет? И насколько они агрессивные? А, первосорточка у тебя есть, мой друг мой? Сейчас аккуратненько. Вот, блин, вот алазавры с рогами, это жесть. Очень аккуратно дать 13%. Это 80-го уровня. Это лазавриха 100-го уровня. Уровень низкий. Хотелось бы, чтобы уровни были повыше. То есть, на самом деле, я так понимаю, что это точно такие же животные, как волки у гелрогеринов. Они абсолютно не агрессивные. Наверное, разработчик это добавил относительно недавно, в одном из последних патчей. Секундочку. Это у нас берсеркерша. К ней подходить не надо, потому что, как я помню, берсеркерши, они очень агрессивные и нападали на меня все время. Так, но ждать мне рядом с вами абсолютно не хочется, чтобы вас приручать, тем более вы сотого уровня. Мы просто проверили, что это можно сделать. Они на самом деле очень классные. Но просто приручать вас очень долго будем сейчас. Не будем на это тратить время. Давайте лучше отправимся. Там еще на самом деле было огромное количество энтов. Вот где-то вот здесь они тусили. Я помню, там что-то 3 или 4 энта сразу. Ну вот, первый за долгое время. Раз. До свидания. Спасибо за ресурсы. Вон там еще парочка. О, вот это я понимаю. Титанобо улетело, энт улетел. Там, по идее, еще один на меня должен согреться. Что самое классное, то что вот эти плевки практически не тратят нашу ману, это раз. А во-вторых, выносливость. Практически не тратят выносливость. А во-вторых, у них кулдаун между плевками очень маленький. Так, еще парочка энтов. Во, вот это я понимаю, вот это совершенно другое дело. Давай, валим. Валим, дружище, валим его. Кстати, а почему второй не согрелся? Почему он ему не пошел помогать? Ну-ка, тут такой под ноги. Есть, до свидания. Еще один минус. И еще вот здесь. Оу, здесь еще тараски. Тараски — это нехорошо. Нужно тоже завалить обязательно. Все, нафиг, до свидания, уходим отсюда. Сейчас мы с вами уже получили 23 тысячи опыта. Давайте еще немножко прокачаем урон. И предлагаю телепортироваться туда, в пустыню. Потому что там мы сможем с вами найти этих риперов. Попытаемся их убить. Правда, вот проблема, это засумоненные риперы. Будет ли с них какой-то лут или нет, я вот этого не знаю абсолютно. То есть их призывают темные паладины. Также, если не ошибаюсь, риперы были вот где-то вот здесь, вот в этой пустынной местности. Сейчас посмотрим. На Василиске они нас, конечно... О, май гад, мы сейчас очень плохо упали. Я, честно говоря, не думал, что у тебя есть этот самый фолл дэмэдж, потому что здесь в этой модификации практически у всех фолл дэмэдж отключен. Но нет, у Василиски есть. Так, вот, это, вот тут что-то такое непонятное. Мне показалось, нет? Нет, это просто дрейлион. Просто показалось. Кстати, дрейлиону можно забить, потому что у меня больше нету гемов дрейлиона. А они нам... О, блин, по 5000 урона. Это что такое вообще? Это вообще законно?
540-го дрели, он так забиваем. У меня вот этих гемы просто закончились, они нужны в крафте. Они в очень многих крафтах нужны. Так, секунду, ладно, на разворот. Видимо, здесь их нету. А я вот там вижу дрейка. Кстати, как мне вот этих дрейков приручить? И, точнее, я понимаю, что дрейки, они вообще, по идее, не приручаются. Дрейки, они как бы, ну, воруешь яйца, так же, как с виверными, да, скальными дрейками. Просто непонятно, где тогда их яйца, где их кладки, потому что я их здесь постоянно встречаю, 740-го уровня, вообще жесть. А, яиц нигде нету. Так, иди-ка нафиг. Топижара. Это просто топижара, я думал, она на нас согрелась. Вот здесь, смотрите. Что у нас здесь происходит? Нет, я здесь сейчас не вижу ни одного... Ага, вон темный паладин, нашел его. Вон темный паладин. Самое опасное, это на самом деле темные паладины были вот эти вот. Саблезубы ушли. Так, отлично, 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 он бежит ко мне. Темный паладин забит. Сейчас мы с него... Не надо! Это мой темный паладин, никому не трогать. Никому его... Кто его грызет? Кто его там грызет? Это мой темный паладин, эй! Грызи его, пожалуйста, быстрее. Что там? Красный элемент, элементная руда, протухшее мясо, еще что-то было. Здесь слишком много живки было, которая пыталась его сгрызть. Так, это не очень хорошо, потому что нам сейчас нужно найти с вами место. Ну-ка, гриф, ты меня не согрелся, согрелся? Нет, вроде не согрелся. Нам нужно найти место, где они еще есть. Вон, впереди я их вижу в большом количестве. Так, секунду. Здесь у нас с вами есть дробовик легендарный, но такой мне не нужен, потому что у нас, в принципе, ну, негде его использовать. Так, что мы нашли с вами? Элементальную руду, красные самоцветы и немножечко железа. Также нашли с вами темную ману, с него получили, точнее. И так, по мелочи, больше ничего такого интересного мы отсюда не получили. Вот это у нас уже пошли риперы, да? Но это, опять же, призванные. Призванный рипер с Ортросом сражается. Сейчас он, конечно же, победит. А вот сам паладин... А паладина я здесь не вижу. Шелкопряд. Да нет, нет здесь паладина. Пойдемте поможем. Ну, никому мы не поможем. Пойдемте их просто обоих забьем. Ну что вы от меня хотите? Отстаньте отсюда. Пошли вон. Мелочь пузатая. Пойдемте просто обоих забьем. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Я понял, что меня убило. Меня убил вот этот плевок темного рипера. Ну-ка, а тебе? Вау, он просто всех разносит, даже горных элементалей. Вот это да. Слушайте, вот это зверюга. Ну-ка, что-нибудь с него получим. Получаем его чешую, 274 чешуи. Здесь у нас что с вами? Что в сумке осталось? А, это от Ортроса сумка, это неинтересно. Нам нужны были шипы с хвоста, но мы их не получаем. Может быть, я не знаю, может быть, он должен им выстрелить, и они в нас застрянут. Это бред, конечно, на самом деле. Но просто я другого варианта не нахожу. Ну ладно, пойдемте дальше. Странно, что больше здесь не было ни одного рипера. Но, видимо, они все сражались здесь, сражались и потихонечку умирали, и больше никого не осталось. Придется ждать, когда заспаунятся новые, но на этом этот выпуск давайте завершать. Я надеюсь, что он вам понравился. Если так, пожалуйста, поставьте лайк. Сегодня с вами приручили вот этого замечательного инфернального Василиска. Как-нибудь приручим ледяного. Но ледяной он не настолько интересный. Там у него единственная особенность, то, что он может своими вот этими вот плевками точно такими же замораживать. Ну и плевки дальше летят, и это все, что он может сделать. А вот этот, как вы видите, вот этот Василиск, это действительно силище. Это действительно очень мощная зверюга. Так что на этом давайте завершать. Если понравилось, поставьте лайк. Не забывайте подписываться, чтобы не пропустить новый выпуск по этой игре, а также другим играм. Удачи, друзья, пока. Увидимся в следующем выпуске.